Салтыкова-Щедрина ремонтируют по приоритетной программе «Безопасные и качественные дороги России». Сейчас обновление одной из центральных улиц Ярославля на начальном этапе. Алена Стецюк о ходе работ. Ремонт дороги на Салтыкова-Щедрина только начался, а ярославцы уже довольны. По отфрезерованному полотну ездить все же лучше, чем по выбоинам и ухабам. Последние годы покрытие здесь обновляли лишь ямочно. Ямы были большие. Сейчас я смотрю, начался ремонт дороги. Ямы очень большие были, я на велосипеде катался, рядом живу. Все очень плохо было. Сейчас уже лучше. Очень неудобно, очень много ям. Все объезжают, и со встречкой разъехаться очень тяжело. Наконец-то дождались ремонта. Местные жители представляют, как преобразится улица после ремонта. На первом месте, конечно, безопасность. Дорога охватывает две школы, три детских сада и детский дом музыкально-художественного воспитания. Хотелось бы ровные дороги, хорошие тротуары, чтобы и женщины с детьми, с колясками могли нормально ходить. И не было таких экстренных ситуаций, так скажем, когда водитель сигналит, чтобы ему уступили. И дети боялись, пугались, плакали. Дорога на Салтыкова-Щедрина сейчас избавлена не только от верхнего слоя асфальта, но и бордюрного камня. Началась установка новых бортиков. На всех этапах контроль со стороны городских властей. Высотные отметки заданы сейчас будут. Задана высотная отметка по установке бордюрного камня. Это основные виды работы, на которые сейчас надо обращать внимание. Улицу Салтыкова-Щедрина протяженностью 700 км будут ремонтировать до 15 сентября. Гарантия на работы 4 года. Алена Стецюк, Игорь Мосин. Новости города.